Поздравляю болельщиков «Динамо» с этим историческим днем. «Динамо» играет на новом стадионе в Петровском парке. Так долго, 10 лет болельщики «Динамо» этого ждали. И сегодня здесь аншлаг. И сегодня здесь еще и премьера гимна московского «Динамо». Гимн, который написал и сейчас исполнит Николай Арутюнов, преданный болельщик «Динамо» и лидер группы «Лига Блюз». На стадионе в центре Москвы бились всегда за нас тигры и львы. Наши легенды помним и чтим, нашу историю гордо храним. Мы «Динамо», это навсегда. Бой. Мы стали братством здесь, стали семьей. Дух не разрушен, флаг невредим. Мы все равно сильней, мы победим. Мы «Динамо», это навсегда. Болельщикам «Динамо» стать, да, Нобель? Потому что даже мурашки побежали от этого исполнения нового гимна московского «Динамо». Николай...